Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит, как всегда, замечательный и довольно-таки дорогой конкурс на вот такой вот красивенький калашик. Калашик вот такой вот сланец красивенький. Почти 300 он стоит. Помимо этого у нас присутствуют на нем красивые наклеечки, вот такие вот красивенькие. Поэтому обязательно залетайте, участвуйте. Участие бесплатное, никаких денег с вас не требуется. Все лишь уже подождать некоторое время. Народу участвует мало. Шансы урвать данный красивый и довольно-таки дорогой скин много. Довольно-таки много у вас шансов. Всем желаю удачи. Ссылка на группу ВКонтакте в описании под роликом. Всем приятного просмотра. Всех обнял. Всех люблю. Всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO. Конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры. Стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике наконец-таки я разобрал все пакетики, ну, почти все, остался один. Все пакетики из магазина Ярче, который покупал неделю-две назад. На канале есть обзоры. Все это дело ушло у нас. Кофе. Ну, вроде в основном кофе пакетики были. Это единственный вроде какао-напиток. Мак Чоколад. Горячий шоколад. Классический растворимый какао-напиток. 20 грамм. Так, какао-напиток растворимый, классический. Высыпать содержимое пакетика в чашку, добавить 170 мл горячей воды и размешать. Этот напиток я видел у сестры. Пила она данный напиток. И мне стало интересно попробовать в своей жизни этот пакетик, этот напиток. И, наконец-таки, он у меня на обзорчике. Мы его, собственно, сегодня опробуем. Я надеюсь на это. Так, на этот раз не КДВ компания владелец. Красное здесь вы нигде не видите. А это значит, что владельцем является компания не КДВ. Так. Состав: сахар, какао-порошок, заменитель сливок на основе растительного жира, глюкозный сироп, растительный жир, обезжиренное сухое молоко, молочный белок, стабилизаторы, эмульгаторы. И еще. foodempire.com. Походу какая-то английская компания, судя по всему. Так, покупал в магазине Ярче. Около, я даже не знаю, рублей 10, а то и 7. Точно не знаю. Что такой диапазон. Максимум 20 рублей говорить не буду. Едем сразу делать его. Судя по всему, говорил, не говорю, молоко не нужно для этого напитка. Сейчас мы это дело и посмотрим. Пахнет вкусно. Его довольно-таки много. Кофе как будто меньше было. Хотя по граммам то же самое, двадцатка было. Такой вот у нас черный напиток, черный порошочек. Вижу гранулы сахара. Так, быстренько сейчас, не останавливая ролика, схожу за этим. Он у меня тут за ложкой. Все, готово. Ложка у меня в руке, а я только что помыл. Вот, ничего страшного. Ничего страшного не случится. Мой я все-таки не химик.
Поехали. Как, в принципе, говорил в своем ролике. Так, воды, наверное, даже больше налил. Я не знаю. Горячий шоколад. Блин, в фильмах видел такую тему. Блин, я еще в темной футболке сегодня. В фильмах очень много видел этой темы. Когда там какой-нибудь зимний фильм снимается в зиму. На улице снег, и люди пьют там горячий шоколад. И там про лыжников какие-нибудь фильмы. Всегда вот желание было попробовать вот это, то, что они пьют. И плюс-минус, скорее всего, это то и есть. Ну, говорили они горячий шоколад. В нашем случае, опять же, горячий шоколад и будем пить. Блин, он такой густой. Такое ощущение, как будто он не до конца заварился. Но это, походу, только ощущение. Так, а тут же кофеина нет никакого. Тут есть какие-то эмульгаторы, стабилизаторы, агенты какие-то, кислотность, регулятор. Но кофеина здесь я не вижу. В любом случае, в шоколаде кофеин содержится свой внутренний. Это просто не указывается, скорее всего. Так, ну более-менее я перемешал. Даже, наверное, перемешал. Блин, по вкусу как будто какая-то хрень. Не, это дело пить можно, но смотрите, какая тема. Ты пьешь, чувствуется шоколад, и потом у меня такое ощущение, как будто бы идет, как называется. Для меня это сравнимо с этим, с хлоркой, что ли, какой-то, не знаю. Как будто вода портит шоколад, хрен знает. Я в этих шоколадах я просто не эксперт вообще. Не шарю за эту тему. Ну такой напиток густоватый немножечко. Чувствуется прям, что тяжеленький прям шоколад. Не полностью вода. 100%. Пьешь как будто какой-то шоколад. Так оно в принципе есть. В принципе, сейчас вроде как более-менее нормализовалось, после того, как больше попил. И напиток стал как будто больше шоколад какой-то. Шоколадный просто напиток и все. Рецепторы как будто адаптировались больше. Не, можно выносить вердикт, в принципе. Неплохая тема, но, как по мне, какао, ну, это схоже с какао, 100%, там, в принципе, даже не написано какао напиток вроде. Так вот, какао более вкусней, как по мне, если делать сравнение с какао, а так, напиток, в принципе, оценочку дам ему 5 из 5, прикольная тема, прикольный опыт, и я думаю, можно закончить, наверное, на этом. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорой встречи и всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.